Итак, сегодня первый день мероприятия ProDexpo 2020, и у нас в гостях художник, победитель конкурса упаковки и этикетки Инга Кэрен. Здравствуйте! Здравствуйте, очень приятно, спасибо. Расскажите, пожалуйста, как много было участников в данном конкурсе? Участников было очень много, их было более 150 человек. Вы заняли лидирующие позиции в данном конкурсе. Это очень интересно. И расскажите, пожалуйста, насколько уникален ваш продукт? Чем он отличался от остальных идей, предоставляемых в данном конкурсе? Спасибо, да. У нас действительно была такая коллаборация. И первый – это наш абсолютно продукт. Мы сделали, соединили искусство, соединили с вином и преподнесли интересную коллекцию из 5 картин, написанных специально для проекта, и разрабатывали это мы более 2 месяцев точно. Картины «Мистическое вселенное название», и плюс еще в дополнение, где наша эксклюзивность в том, что у нас разработано приложение, и мы можем наводить приложение с телефона, с любого абсолютно, и мы видим дополненную реальность. В этом и есть вся фишка, в чем заключается. И люди могут увидеть интересные метаморфозы с картинами, плавно перетекающую одна картина в другую, и интересное сообщение для зрителя. Это очень интересная идея, вы меня впечатлили. Скажите, пожалуйста, ваше мнение о данном мероприятии и что вы ждете в дальнейшие 4 дня, которые оно будет проходить? Во-первых, мы безумно рады участвовать на этом мероприятии, потому что это действительно первый опыт. Сама я тоже заканчивала технологию дизайна университета и с дизайном тесно связана, но уже большую часть я, конечно, занимаюсь искусством. От выставки мы ждем, у нас будет интересный проект в конце февраля, и у нас будет аукцион на интернет-портале Data Rooms, и мы представляем свою коллекцию и ищем интересные коллаборацию с винным заводом и хотим предложить нашу серию этикеток, нашу всю коллекцию с дополненной реальностью, само собой. Я думаю, у вас все обязательно получится. Спасибо большое за интервью. Удачи вам!